Вот смотрите, обычный печной кирпич, витебский, самый шикарный, в общем-то, который у нас на сегодняшний день на рынке продают для печки. Но для вот уличных конструкций он ни в коем случае не подходит. Это видео, наверное, как раз для любителей, которые делают какие-то уличные печные конструкции из печного кирпича. Вот смотрите, он что-то я осенью его куда-то подкладывал и, в общем, так вот на зиму оставил. Он пролежал на улице всего лишь одну зиму. И смотрите, что с ним стало за всего лишь одну зиму. Вот видите, он прям в труху. Прям вот отслаивается, как песок. Вот что происходит с печным кирпичом на улице. Потому что снег, дождь, лед, конденсат, вода, мороз. Ну и солнышко, конечно, помогает. И в итоге вот. Поэтому ни в коем случае печной кирпич на улице никогда не используем. Вот в печных конструкциях. Ну а для чего-то другого печной кирпич, в общем-то, и не пригоден. А вот обычные камни, которые лежат на улице уже 1000 лет. С ними ничего. А вот это вот обычный красный кирпич, строительный, который, в общем-то, подразумевается, что он пригоден для внешних работ. Без какой-то либо нагрузки, просто он у меня лежит как бортик для тропинки. Но он тут лежит уже, наверное, года 4, может 5. Этот кусок видео как раз вот для любителей делать цоколи из кирпича, фундаменты из кирпича и так далее. Вот такие результаты. Ну, потому что сейчас кирпич такой, такого качества. Поэтому какие-то уличные работы, фундаменты, цоколи и так далее, либо камень, ну, натуральный, либо хороший искусственный, а самая основа это, естественно, бетон. Никто это не отменял. Ну вот, как-то так.